Всем привет! Сегодня 21 июля. Начинаю новый свой проект путешествия. Сейчас иду на вокзал. Выезжаю в Санкт-Петербург. Начал этот день тривиально, как любой украинский пенсионер. Пробежал 5 километров с достаточно хорошим результатом за 25 минут. Ну, для 5 километров это мой пока рекорд. Доехал на маршрутке час пути. И сейчас, так как целый час остался, километр полтора пройдусь пешочком до вокзала. И дальше сложным маршрутом в Санкт-Петербург. Сложность маршрута заключается в следующем. Сначала еду до Харькова на поезде. Потом на маршрутке или автобусе из Харькова в Белгород для пересечения границы. И далее поездом Белгород-Санкт-Петербург до конечной. Получается экономия денег почти в 2,5 раза. По стоимости скажу в конце или напишу. Цель поездки следующая. Во-первых, отметить свой день рождения как-нибудь, не просто поедая оливье в Павлограде, а пусть даже оливье, но в Санкт-Петербурге. Второе, очень важное событие для нашей семьи, о чем позже запишу, сообщу, покажу. Просто погулять. Плюс собираюсь поддерживать форму, бегать через день хотя бы. Буду продолжать готовиться к полумарафону. Цель надо поставленную выполнять. Вот, первая часть пути успешно преодолена. Самая короткая по времени и по дистанции. От квартиры до железнодорожного вокзала. Вот он маленький, уютный вокзал города Павлоград. И все, до встречи в Харькове. Безо всяких приключений прибыл в город Белгород. Теперь надо как-то добраться. В Харьков. Теперь надо добраться также без приключений через границу в Белгород. На маршрутке, на автобусе. Не знаю, на чем-нибудь. Такая вот привокзальная площадь. Здание вокзала. И он там где-то маршрутки. Все, я уже в Белгороде. На ЖД вокзале. За 3,5 часа спокойненько, без спешки добрался. Очень доволен, очень легко. Теперь моя цель в поезд и вперед на Санкт-Петербург. Очень красиво, спокойно Руслан прибыл в славный город Санкт-Петербург. Сейчас иду на вокзал и надеюсь, меня встретят и проводят прямо до квартиры. Билеты заранее покупал, вообще никаких проблем. Очень красиво, хорошо, спокойно. Вот такой поезд меня довез. Там где-то должны меня встретить. По дороге в квартиру остановились возле Владимирского собора. Очень знаковый собор. На такой машине от меня встретили. Это на улице Владимирская, очень известная. Все, мой путь благополучно окончен. Я добрался до квартиры. Снимаю с 14 этажа. Там вдалеке где-то стадион современный. Что, меньше чем за полтора суток добрался. Билеты на ЖД были все куплены заранее. Граница без проблем. Единственная проблема, у меня не было номера телефона. Весь интернет в России привязан к номеру телефона. Желательно российскому, я как понимаю.
В следующий раз будем умнее. В общем, нахожусь в Питере. Что дальше? Дальше по возможности буду осматривать город. Иногда бегать хотя бы через день, по утрам, заниматься спортом. Как-то пытаться отметить свой день рождения, плюс еще пару мероприятий. Ну, все это буду по мере возможности вылаживать в сети. Ну, все, мне удачи в Питере, до встречи в сети.